Спортивная федерация регби в Карелии получила государственную аккредитацию до 2021 года и планирует строительство регбийного поля в Петрозаводске. Первые кандидаты выдвинулись на предстоящие муниципальные выборы. 9 сентября жители республики выберут глав местных поселений, а также обновят составы 15 депутатских корпусов. Жители Карелии пытались накормить медведя бананами на трассе. Животное вышло к дороге в Беломорском районе. Брать незнакомый фрукт из рук человека косолапый не стал. В Петрозаводске появился дом людиков. Этнокультурный центр открылся в исконном месте проживания народа. Здесь будут проходить языковые курсы, мастер-классы и многое другое. На предприятиях энергетического комплекса республики стартовала акция по сбору книг для районных библиотек. Новыми экземплярами фонды пополнятся уже в начале учебного года. 8 июля в Петрозаводске устроят шествие в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности. Праздничная колонна пройдет по набережной Онежского озера.